Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэп, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня Шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Будет горячо. Дареному коню в жопу не смотрят. Дар Кутагин. Есть такое, капитан Очевидность, но извини меня, тут такой конь, куда ни загляни, он великолепен. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Альпина Спешл, которую я выбрал за победу в ивенте «Охота на знаменитость». И сейчас мы хорошенечко понагибаем. Но вначале великолепный анекдот по старой доброй традиции. Анекдот такой. Армянское радио спрашивает, кто должен таскать бомбу? Оно отвечает, конечно, снайпер. Шутка. Анекдот другой. Армянское радио спрашивает, скажите, что такое ипотека? Армянское радио отвечает, ипотека это когда вы покупаете одну квартиру себе, а одну банку. Да, вот так оно и бывает, истина. Так, ну мне-то оставьте. О, ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть, вот это флипшот. Да, а если, ну сука, если ты будешь так меня это постоянно подкалывать, то я тебе флипшот поставлю, понял? Нормально. Нет, ненормально. Пока не разогрелся. Лучше анус крой. Согласен, кстати, дело говоришь. Опаньки, нагнули. Опаньки. Соснули. Локоток. Красава. Терпение. Это, да, терпение золото. Да блин, ну чё-то да, надо чаще играть снайпером, блин. Ведь такие промахи досадные. Ладно, он все равно будет ставить. Ага, ставит голубец. Ах, хитер бобер. Ну ладно, пробуем. Есть! Невероятно! Солидарен! Великолепно, я бы даже сказал. Перфекто! Прямо в шахту! Я бы даже сказал в сердце. Так. И где? О! О! Вау. Тебе спортивные маневры. Да, капитан Динго в свое время учил таким финтам. Это непростой игрок. Мне кажется, он этот 121 уровень фейсета, не меньше. Не меньше. Так. Да, не-не-не-не-не. Ладно, сойдет. Я тоже 121 уровень. Здравствуйте, заходите снова. По-любому кто-то в спину идет. Сомнений быть не может. Ну, чё, на этот раз нифига? Да, конечно, ну что вы. Мы-то своим, так сказать, привычкам и традициям не изменяем, да, ребята? Ну, с одной стороны, это хорошо. Вас легче прочитать. Это замечательно, я считаю. Чпонь. Еще один. Дабл килл, деточка, да. Где? Бракит века. Пусть будет тысячелетие, только заткнись, я тебя прошу. Века не... Ладно. Рискуем! Headshot! Headshot, baby! You got owned! С почином, рачина! Благодарю, днарина! Давай тащи уже, а то сольете! Затащим, не переживай! Затащим! Заползем! Занесем! Все, что хотите! Человек-загадка! Человек-туман! Ты совершенно прав! Смотри, как я могу! Так, один... Два... Три. Локоток. Любимый локоток. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так, на полчишечки глоток. Оп, хорошо. Что-то очень плотно сезон начинается. Да, идет как-то так. Прямо скажем. Не так, как хотелось бы. Ну, блин, начало сезона всегда такое. Что первое, что 21-е, а сильно могут не отличаться. На кого нарвешься? Хедшот, детка! Но нормально, идет моя конфетка. Супер, да.
договорился. Да какого хрена, я же точно целился! Да ну! Да. Обосратушки немного. Братан, просьба, напряги, сожми уже булки, я задолбался здесь сидеть. Какие проблемы тебе платят, иди чаю налей, понял? Отвали, блин. Не нравится, думаешь, мне тут нравится сидеть столько? 9-8! Охрененно! Не, реально, надо начинать вообще сезон через недельку после начала. Оно как бы нормально тогда идет. Сразу как по маслу там лиги до пятой долететь можно. А так вот оно тяжко. Оно слишком как бы анально-орально. Не нравится мне нифига. Опаньки! Я иду, деточка, о да! Нет, давай-давай-давай, ну пожалуйста, ну! Да как ты меня задолбал! Да! Дуэль с другими снайперами это не твое. Хэп, ну это Гудини какой-то, сука, это мангуст, уж на сковородке. Вот так вот. Альпина, ну, если не best of the best, то одна из лучших снайперских винтовок на сегодняшний день. 24 фрага, 2 хедшота дали, 2 к 1 сыграли, да и меткость годную показали. Вот так вот, отличненько понагибали. Желаю вам всего хорошего, друзья. За сим откланиваюсь я.